Он был постоянно, я говорю, беременен вот этими всякими идеями. Мы были у наших друзей, сидели за таким круглым стеклянным столом. И как-то этот стол вот так подкручивала она, то, не то что руками подавала, а вот эту тарелку так столиком крутила. Он говорит, слушайте, это же потрясающий операционный стол будет. Профессор Федоров реализовал и самую необычную свою идею. Автоматизированную линию прозрения. Операционная и конвейер. Оригинальная компактная схема конвейера. Операционные столы, расположенные в виде лепестков цветка, подсказали название. Ромашка.